группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств бессрочно приостановила членство России, на чем уже давно, кстати, настаивала Украина. Как объяснили в Центре экономической стратегии, такое решение ограничит доступ Российской Федерации к мировой экономике, ведь теперь любые транзакции российской финансовой системы будут проходить усиленную проверку. Я добавлю, что это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Еще одна история успеха в нашей санкционной политике против террористического государства. ФАТФ на неопределенный срок приостановила членство Российской Федерации. Болотные потеряли все права члена ФАТФ. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Твиттер. С нами на связи Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Игорь Валентинович, здравствуйте, рад вам в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Валентинович, давайте начнем все-таки с главного. В чем важность ФАТФ и непосредственно участие в этой организации других государств? ФАТФ – это весьма такая специфическая структура, которая была создана в 1989 году, и идея была достаточно простая. Нужно навести порядок в мировой финансовой системе, прежде всего перекрыть возможности криминального использования денег, возможности отмывания денег и, естественно, возможности финансирования терроризма. На первых этапах своей деятельности мандат ФАТФ был несколько ограничен, потому что каждые 10 лет, если не ошибаюсь, деятельность ФАТФ продолжалась на новый период времени, и вообще это рассматривалось, как, знаете, такой вот временная группа, и, собственно, так и называется ФАТФ, это группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Но относительно недавно, в 2019 году, если не ошибаюсь, было принято решение о том, чтобы расширить мандат ФАТФ и, собственно, предоставить ей 30 лет вот, как бы, так сказать, такой непосредственной деятельности, а дальше смотреть, какие будут из этого, какие мы получим непосредственные результаты. Ну и о важности ФАТФ также свидетельствует и тот факт, что кроме ФАТФ, это глобальная группа, которая занимается, собственно, борьбой с отмыванием денег, в мире сегодня существует, если не ошибаюсь, 8 региональных групп, которые, в принципе, смоделированы по лекалам ФАТФ. Они непосредственно взаимодействуют между собой, и, собственно, вот такая сложная инфраструктура говорит о том, что борьба с отмыванием денег – это, в общем-то, очень важная задача для мировой финансовые системы. В то же время в ведомстве сообщили также и в Росмониторинге об этом, кстати, говорили о том, что Россия должна продолжать свои финансовые обязательства в отношении организации, так как она является участником глобальной сети на правах члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма. Имея возможность продолжать давать, скажем так, членские взносы определенные, будет ли Россия таким образом через финансы иметь возможность влиять на решение ФАТФ, вообще на саму организацию? Ну, сразу хочу сказать, что когда речь идет непосредственно о выполнении обязательств, то тут мы должны понимать, что приостановление членства не означает то, что с меня снимаются все обязательства. Да, то есть я не должен выполнять соответствующие правила, я не должен руководствоваться теми принципами, которые заложены непосредственно в ФАТФ. Поэтому в этом плане есть как бы две проблемы. Первая проблема, если страна не сотрудничает с ФАТФ, то тогда к ней достаточно пристальное внимание. К ней тогда достаточно пристальное внимание привлекается. Но с другой стороны, так сказать, ФАТФ построена таким образом, что, собственно, там не может быть страны, которая бы доминировала, которая говорила: вы знаете, мы будем действовать так, как вы все будете действовать так, как мы вам, так сказать, приказываем. Поэтому в этом смысле я не вижу тут какой-то большой, так сказать, такой вот большой проблемы. И мне кажется, что сегодня важно говорить не о том, что, так сказать, там Россия там как-то приостановила членство, да, это уже шаг, который непосредственно был сделан, надо идти дальше. У ФАТФ существует два списка. Вот список так называемых юрисдикций с высоким уровнем риска и список юрисдикций, только фактически стран, то есть фактически стран с риском
списками, которые подлежат мониторингу. Так вот, отнесение страны в один из этих списков – это дополнительные требования к проверке транзакции, это дополнительное внимание ко всем операциям, которые производятся с участием либо физических, либо юридических лиц из Российской Федерации. И это очень важно в контексте, прежде всего, обеспечение эффективности санкционного режима. Поэтому вот такая вот, так сказать, ситуация. В этом смысле ФАТФ — это, в общем-то, такая, знаете, полицейская организация, где мало места для каких-то политических симпатий, а, собственно, есть конкретные нарушения, с которыми нужно бороться абсолютно конкретными инструментами. И вот, к слову, об обеспечении эффективности санкционного решения и давления, я хотела бы дальше с вами поговорить, ведь еще до того, как это решение было принято, шла речь о том, что если Российская Федерация будет исключена или действие Российской Федерации и членство будет приостановлено в ФАТФ, то ее репутацию, скажем так, это решение сделает токсичной для нынешних партнеров, либо же потенциальных партнеров Российской Федерации, которые могут еще так или иначе помогать России обходить санкции. Каким образом это работает и как это скажется на этих самых партнерах? Ну, сразу хочу сказать, что мы не должны недооценивать участие страны непосредственно в деятельности ФАТФ. Мы не должны его, так сказать, приостановление членства создают то, что называется изоляцию России от мировой экономики, с одной стороны, а с другой стороны, от тех структур, которые непосредственно управляют мировой экономикой. Сегодня очень важно не просто торговать товарами и услугами, не просто заниматься на мировых и региональных рынках. Сегодня очень важно быть в тех структурах и системах, которые непосредственно устанавливают правила игры. И понятно, что вот такое, так сказать, участие в установлении правил игры делает, в общем-то, страну не объектом, а субъектом международного. Есть небольшие проблемы, я так понимаю, у нас со связью. Да, Игорь Леонидович, как вы слышите нас сейчас? Да, сейчас слышу вас хорошо. Да, слышим. Игорь Леонидович, вот, да, на продолжение темы, Сашка, закончите мысль. Да, и поэтому для Российской Федерации это, с моей точки зрения, большая потеря, прежде всего, и в плане престижа, но и вообще в плане, так сказать, сотрудничества с партнерами. Что касается непосредственно участников мирового хозяйства, то да, так сказать, собственно, возникает вопрос, если страна не сотрудничает с ФАТФ, если страна является как бы за бортом этой организации, то это означает, что нужно, так сказать, добавочные механизмы реализовывать, необходимо усиливать то, что называется риск-менеджмент по отношению к операциям с этой страной. Ну и на каком-то определенном этапе, так сказать, для банков, для финансовых возникать вопросы, если, скажем, вот проверка является такой сложной. Если мы можем, так сказать, там, потерять какие-то там время, например, или, скажем, средства, связанные с сотрудничеством с такой юрисдикцией, то, может быть, эту операцию и не стоит проводить. Но еще раз хочу сказать, это не означает стопроцентное исключение России из мировой финансовой системы. Сергей Марченко, это министр финансов Украины, в своем блоге, колонке для Financial Times писал о такой цели и, собственно, таком итоге решения ФАТФ. Я цитирую, по вашему, с вашего позволения, это значительно повысит стоимость ведения бизнеса с Россией, фактически лишит ее возможности финансировать войну против Украины, поможет укрепить глобальную финансовую систему в долгосрочной перспективе. Давайте первый аспект вот этого месседжа господина Марченко мы рассмотрим. На самом ли деле решение ФАТФ, оно лишает Российскую Федерацию способа финансов для ведения в будущем полномасштабной агрессии против Украины? Если же это так, о какой перспективе речь идет? Это краткосрочная перспектива, среднесрочная? Я думаю, что сегодня мы можем говорить прежде всего о краткосрочной и среднесрочной перспективе, но я бы, честно говоря, не преувеличивал значение вот этого непосредственного решения. Поэтому, да, действительно, это один из инструментов, который ограничивает финансовые возможности Российской Федерации вести войну, но тем не менее это не является по своим последствиям таким же крупным эффектом, не имеет такого же крупного эффекта по своим последствиям, как, например, отключение российских финансовых институций от системы SWIFT. Хотя еще раз хочу сказать, это очень и очень важно. Что касается непосредственно увеличения стоимости транзакций, да, это вот, собственно, на сегодняшний день очень важный элемент. Сегодня
когда речь идет о расчетах международной торговли, то, в общем-то, ценятся три вещи. Первая вещь – это скорость, вторая – это надежность, или же безопасность, да, и третья – это стоимость, собственно, проведения тех или иных транзакций, то есть чисто технические такие, так сказать, моменты. Так вот, понятно, что в связи с проверкой скорость будет снижаться, надежность будет проверяться, и таким образом, по меньшей мере, из двух, по двум из трех компонентов операции с Российской Федерацией, будут затруднены. Но, с другой стороны, тут есть один, так сказать, достаточно важный политический момент. Смотрите, Российская Федерация на сегодняшний день фактически ведет террористическую войну. Давайте перейдем немножко в другую терминологию, против Украины. И таким образом, фактически, Российская Федерация может и должна быть включена в соответствующие черные списки, черный список, например, той же самой ФАТФ. И если Россия будет признана страной террористов, то тогда вообще возникает вопрос не просто по поводу ФАТФ, а вообще по поводу исключения Российской Федерации из международной системы финансовых расчетов. Вот мне кажется, это является более такой важной стратегической задачей, на которую должны работать, на которую должны быть направлены усилия и Украины, и наших международных партнеров. Игорь Валентинович, вам спасибо огромное за анализ. Я напомню, что Игорь Бураковский был с нами на связи, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций.